отличие будет, к примеру, для S5? S что? Вот S5, то есть S5 элементов. Хорошо. Давайте поговорим про группу S5. Не про группу S вообще. Что такое группа S? Это, как мы с вами договорились, это биекции множества от 1 до n. Биекции мы с вами уже перемножали. Теперь давайте, как их перемножать, мы с вами уже разобрались, что такое нейтральное, мы с вами знаем. Давайте теперь попробуем понять, что тут система образующих. Первая система образующих – это и, плюс 1. Такие вот транспозиции, которые меняют местами число и, плюс 1. Ну, давайте начнем с примера. Какую перестановку мне продиктуете? 4 и все? Достаточно. Ну, давайте. 4, 1, 5, 2. Значит, давайте... Как мы упорядочим эту систему? Значит, пользуюсь только вот такими перестановками, которые меняют местами элемент и соседний, ну и плюс 1. То есть, например, 1 и 2. Ну, давайте посмотрим. Вот первое, что стоит не на месте, это пятерка. Да? Под пятеркой непорядок. Как мы будем менять? То есть сначала поменяем 5 и 4, правильно? Ну, хотя нет, давайте не. Давайте сначала поменяем местами 1 и 2. Когда мы меняем местами, умножаем на перестановку 1, 2, это значит, что было 1, 4, 1 переходит в 4, 2 в 1, 1 переходит в 2, значит 2 в 2, 3 по-прежнему в 5, 4 переходило в 2, теперь 4 переходит в 1, 5 по-прежнему переходит в 4. Согласны? Все я правильно сделал? Дальше кого с ней будем менять? За эти биологию встала куда надо. 4 и 1. 4 и 1. Нельзя. Я хочу менять только соседние. 4 и что? 4 и 3. Давайте. 2, 5, 1, 3, 4. Так, дальше. Предлагаю поменять местами 4 и 5. Смотрите, пятерка встала на место. Поэтому теперь нам нужно... Где его поменять? Я не понимаю. А? Я не понимаю, что такое поменять местами 4 и 5. Умножим на транспозицию. Это значит, что 5 пришло в 4, 4 в 5. Значит, 5 в 5. 4 в 1, 1 в 1, значит, 4 в 1. Итак, ничего не понимаю. Я беру 5 в 4. Вот у меня, 4 в 5. У меня в данный момент есть эта перестановка. Да. Я хочу поменять местами 4 в 5. Это значит, что я слева умножаю на транспозицию. 1, 2, 3, 4, 5. Приходит 1, 2, 3 на месте. 5 и 4 меняются местами. Так, ребят. Здесь вы это не понимаете, то бесполезно все остальное. Как умножать две перестановки? Вы поняли? Хорошо, дальше. Значит, умножили слева, получили такую перестановку. Все согласны? Хорошо. Теперь, на какую перестановку будем умножать слева теперь? На какую перестановку? 4,1. 4,1 нельзя. 4,1. 2,1. Еще, громче. 2, 1. 2, 1. А зачем? Чтобы было быстрее. 2, 3, 2, 1 потом. 2, 3, 2, 1. Ну хорошо, давайте на 2, 1 умножим. Значит, 2, 1. Значит, 5 в 5. Здесь все хорошо. 4 в 1, 1 в 2. Значит, 4 в 2. 3 в 4, 4 в 4, 2 в 2, 2 в 1, 1 в 3, 3 в 3. Дальше на что будем умножать? 2 в 3.
2-3. На 2-3 будем умножить, хорошо. Пять в пять, значит, 4 в 2 – 4 в 3, 3 в 4 – 4, 2 в 1 – 1 в 1, 1 в 3 – 3 в 2. Теперь 3 в 4. Ну, осталось, видите, да, осталось только две транспозиции, и действительно, сейчас все получится. Умножаем на 1, 2, получаем, ну, сначала здесь и последнее действие. Теперь давайте заметим вот какую вещь. А, как мы об этом уже говорили, мы каждый раз на каждом шаге умножали слева на транспозицию, правда? Значит, исходная перестановка сигма, это вот здесь умножили на, ну, не помню, какая здесь была. 1, 2. Транспозиция 1, 2. Значит, давайте писать. Это 1, 2 умножить на... Здесь у нас какая транспозиция? Здесь 1, 2, по-моему. Потом 2, 3. 2, 3. 1, 2. И 1, 2. А 3, 4. И последний. Соответственно, мы каждую перестановку... Таким образом, мы каждую перестановку представляем в виде произведения транспозиции. Вот таких вот вида и плюс один. Теорема. Группа перестановок порождается такими транспозициями такого вида и плюс один. Доказательство. На самом деле доказательство такое. Нам понадобится еще одно понятие, называется числом беспорядков. Как это там обозначается? Число беспорядков. Число беспорядков в данной перестановке это пар x, y, где вот порядок это когда x меньше, чем y, а беспорядок, когда это x больше, чем y. То есть, например, для данной перестановки сигма число беспорядков какое? 2 и 3 находятся в порядке. Тут сначала меньше, потом больше. 5-2 это беспорядок. Раз. 5-3 это беспорядок. 2. 1-5 порядок. 1-2 порядок. 1-3 порядок. 4-1 беспорядок. 4-2 беспорядок. 4-3 беспорядок. 5 беспорядков. Понятно? Значит, z – это число беспорядков. Очевидное утверждение. Когда вы берете перестановку сигму, умножаете ее на транспозицию, следовательно, число беспорядков меняется на единицу. Правда? Ну, действительно, вы беспорядок или убираете, или увеличиваете, или добавляете. Согласна. Теперь, что делать? Надо взять первый беспорядок, первую пару элементов вида n, n плюс 1, которая находилась в беспорядке, и умножить на эту транспозицию. Тогда у вас станет один беспорядок меньше. Понятно? Ну, если у вас нет беспорядков, то у вас что за перестановка? Тождественная. То есть 1 в 1, 2 в 2, 3 в 3 и так далее. Поэтому количество беспорядков это как раз количество беспорядков это как раз способ доказать. Теперь самый главный вопрос. А какое у нас максимальное может быть число беспорядков? Самая беспорядочная перестановка. Если поставить 5, 4, 3, 2, 1. То есть, когда вот. Наоборот, надо. То есть, да, давайте вот такую перестановку рассмотрим. N-1, N-1. У n сколько беспорядков? С n. У n минус 1. Еще n минус 2 и так далее. А? Беспорядки складываются. Конечно, складываются, поэтому неправильно. Значит, количество беспорядков это n минус 1 плюс n минус 2 плюс n минус 3 плюс и так далее до единицы. Аритмическую прогрессию умеете суммировать? Сколько получается? N плюс 1.
n на n, ну, в данном случае n на n, ну, давайте посчитаем вместе, n минус 1, сумма от 1 до n минус 1, это у нас n минус 1, надо умножить на n пополам, да. Значит, максимальное число z равно n на n минус 1 пополам. Все знают, откуда число берется? Это, собственно, сумма n минус 1 плюс n минус 2 плюс так далее. Это можно посчитать так. Слева умножаете на 2, делите пополам. То есть к этому прибавляете его же свободу, только задом наперёд. Здесь 1, здесь 2, там 3 и так далее. В каждой сумме такой получается n, всего слагаемых n минус 1. Поэтому n на n минус 1 мы посчитаем 2 раза, поэтому еще и пополам. Какая вот программистская интерпретация этого числа n на n минус 1 пополам? Мы уже обсуждали про сортировку пузырьком, кое это все и является. N на n минус 1 пополам – это максимальное число шагов, которое нужно выполнить при сортировке пузырьком. Ну, достаточно. За n на n минус 1 пополам можно сортировать все, что угодно. А теперь, раз вы об этом заговорили, давайте вернемся к графу Кенни. А что с точки зрения графа Кенни значит это число n минус 1 пополам? Смотрите, мы берем группу Sn, порожденную транспозицией. Берем, строим ее граф Кенни. И что тут будет элементами графа Кенни? Элементы нашей группы, правда? Каждый шаг, каждый такт работы нашего алгоритма, то есть умножение на транспозицию, это шаг по графу Кенни, правда? Вот это последовательность действий. Это мы идем по графу Кенни. Мы делаем шаг по вот такому вот ребру из этой вершины в эту вершину. И куда мы приходим? Мы приходим в единицу. Поэтому что у вас получается? Что такое n минус 1 пополам на эти деньги? Это максимальная удаленная вершина от единицы. Правда? Понятна эта идея? Это максимум. За столько шагов вы из любой вершины графа можете вернуться в единицу. Это называется иногда словом диаметр графа. И это очень интересный параметр для группы. Потому что это вот та максимальная длина слова, которая бывает в вашей группе. Длиннее не бывает, потому что для данной системы образующей вы всегда можете записать короче. Ну, тогда давайте поговорим еще об одной вещи, о которой я не думал, что буду успею упомянуть. Кто умеет собирать кубик Рубика? Понятно. Моих братьев по разуму тут достаточно много. Я не умею. И вообще, я считаю, что люди, которые умеют собирать кубик Рубика, они умеют нечто недоступное простым смертным. Но давайте посмотрим на кубик Рубика. Давайте, ну, как выглядит кубик Рубика, наверное, все знают, да? Вот как вы думаете, что такое, как бы кубик Рубика связать с группами? Ну, что это такое? У вас действует группа, действие группы на множестве переводит кубик Рубика из одного допустимого состояния в другое допустимое состояние. То есть как он у вас выглядит, граф Кенни? У вас есть система образующих. Образующие – это элементарный поворот. Например, поворот верхней грани, поворот вот такой грани, поворот такой грани, поворот сякой грани и так далее. Понимаете, да? Соответственно, какой у нас граф получается? В нем ребро между двумя допустимыми состояниями графа Кенни, в нем ребро соединяет два допустимых состояния кубика Рубика с меткой так, вот такой. Если вот такое движение переводит кубик Рубика из этого состояния в это состояние, понятно, да? Значит, берем вот этот граф. Что такое его диаметр? Это максимальное расстояние от данной вершины до данной вершины, между двумя вершинами. То есть количество элементарных вращений кубика Рубика, которые его собирают. Самый быстрый способ собрать. Его буквально недавно, это в смысле года два, там, может быть, 4 года тому назад, доказали, что это число равно, по-моему, 20, да?
равно 20. Почему только 3 года назад? Что, кубик Рубик что-то собирать умеет? Умеют. Просто там граф и в количестве возможных состояний такое, что мама дорогая. Только несколько лет назад корпорация Google любезно предоставила достаточное количество вычислительных мощностей, чтобы вот это самое число посчитать. Фактически они просто, ну, грубо говоря, нарисовали граф Келли, взяли линейку и померили, сколько там диаметра. Ну, 20. Ну, правда, найти эти 20 движений – это уже отдельный вопрос. Это, как говорится, приходите в другой день. Кубик Рубика и изучение, это так и называется, группа кубик Рубика. Тут довольно много есть интересных задач. Очевидное следствие из наших теоретико-групповых с вами сегодняшних изысканий. Если вот за это самое число шагов вы можете свести, не только собрать кубик Рубика из произвольного состояния, но и из любого состояния перевести в любое состояние. Почему? Потому что группа. Потому что в граф Келли, если вы каждую вершину умножите одновременно на x, то это у вас будет автоморфизм графа. Помните, я говорил про автоморфизм графа? Вершины переходят в вершины, а ребра переходят в ребра с правильной по окраске. Поэтому, если вы хотите из вершины А перейти в вершину Б, то что вам для этого надо сделать? Сделать автоморфизм. Перевести вершину А в единицу, вершина Б куда-то перейдет, неважно куда. Но если из единицы в образ вершины Б у вас есть путь, то такой же путь у вас есть из А в Б. Понятная идея? Вот, поэтому на самом деле, ну, для человека, который собирает кубик Рубика, ну, мне кажется, это не вполне очевидное утверждение, что если за 20 вы можете собрать кубик Рубика, то и за 20 же действий вы можете его из любого положения перевести в любое положение. Это, ну, вот такой да вот. Нет, идея перекраски. Почему? А? Идея перекраски. Возьмем кубик, но раскрасим вот так и будем действовать, ну, как ну, если как бы. Ну, что-то доказывать надо. А как бы это не самое очевидное все-таки. Хотя, может быть, и не сложно, да. Тарас, смотрите, если мы из любого состояния, то есть каким бы оно ни было кубика Рубика, мы можем собрать его в это состояние, то есть мы из любого состояния можем его провести именно в это состояние. Из любого в любое? Да, но это значит, что мы из этого состояния можем его привести в любое, а значит, из любого в любое. Ну, нет, ну, правильно. Идея перекраски. Ну, как-то да. А вот кубика Рубика есть состояние, которое... Нельзя прийти путем нормальных оборотов крайних, как с ним быть. А, ну, в смысле, ну, нельзя. Поэтому их в этом графе нету. К ним ничего не ведет путь. Потому что путь – это только допустимые движения, допустимые повороты. То есть, если вы возьмете еще один кубик Рубика, в котором вы переклеите местами два цвета, да, здесь белый и красный, то вы тогда для такого неправильного кубика Рубика вы получите новый граф. Конечно, группа там будет та же самая, ну, состояния будут другие. И там, соответственно, ну, его надо как-то отдельно будет изучать. Ну, в смысле, это граф-то тот же самый, да, поэтому вам просто надо будет правильно переформулировать задачи на новые деньги. Ну, на новый граф, вот неправильно расскажешь. Но, в принципе, рассуждения будут все те же самые.